Друзья, всем привет, Жук Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу проанализируем ситуацию на крипторынке. Сегодня, соответственно, разберем биткоин, разберем Ripple, разберем эфир. В прошлом выпуске я обозначал то, что по биткоину мы с вами будем получать консолидацию, и с этой консолидацией будем получать еще один отскок вверх. Собственно говоря, сейчас посмотрим на графике, как оно получилось у нас, соответственно, чего стоит ждать далее. Еще раз напоминаю то, что по идее до конца октября на CEX будет листинг телеграмовских монет официальный, поэтому предлагаю вам все-таки зарегистрироваться на данной бирже, потому что на данной бирже, как я понял, этот актив появится одним из первых. Не призываю вас здесь торговать, это исключительно мой выбор, но если вы хотите хайпануть на токенах Грамма, то добро пожаловать. Так, давайте с вами сразу посмотрим ситуацию по биткоину. Соответственно, где-то здесь был предыдущий выпуск, я обозначал вам то, что мы будем продолжать консолидацию, вероятнее всего еще один отскок получим, дальше будем донабирать ликвид. Я обозначил зоны 8.50, 8.100 плюс-минус. Здесь сквизанули, на данный момент удержали уровень. И какой вариант здесь может быть? Здесь можем мы с вами удержать еще немного консолидацию, показать еще памп, вероятнее всего ниже этого уровня, то есть возможно в уровень 8.300, 8.400, но все же я склоняюсь к тому, что у нас будет более глобальный донабор ликвида с потенциалом до уровня 7.800, но я лично думаю, что мы остановимся где-то 8.100, я думаю, вот это будет остановка, потом мы уже будем наблюдать какой-то более глобальный отскок. Хочу обратить ваше внимание на то, что актив неплохо торгуется. Здесь есть и объемы, здесь есть волатильность. Это уже не те проторговки, которые мы с вами наблюдали у уровня 10 тысяч долларов. Поэтому тот формат глобального сценария, который я рассматриваю по биткоину, вполне себя оправдывает. То есть, соответственно, набор позиций плюс-минус как на 6 тысячах долларов. Здесь усреднение этих позиций и потом постепенный выход вверх. По крайней мере, поза тут тоже набирается и набирается довольно неплохая. Если рассматривать ситуацию... ну, между там среднесрочной и глобальной, я думаю, что еще неделю-две нас с вами будут болтать в уровне 8.900, 8.900, 7.600. То есть в этом канале мы будем болтаться, постепенно набирая ликвид и, соответственно, уходить. Соответственно, будут какие-то локальные там дампы, пампы. Но, в принципе, я думаю, мы будем вот формировать такой канал и в нем проторговки. Я не думаю, что здесь будет какое-то продолжение жесткого отката. Потому что даже если взять чисто технику, как мы обычно наблюдаем, у нас идет откат, потом на промежуточном уровне у нас идет отскок и продолжение отката на панике. Здесь же явное удержание уровня, поэтому тут давайте подведем итоги. Локально, я думаю, это удержание уровня, небольшой выстрел вверх. Среднесрочно, все же, я считаю, что это 8.800 уровень. Также здесь надо понимать то, что поддержка у нас с вами находится на уровне 7.800, агрессивный покупатель на 7.600, но эти уровни, я думаю, нам не дадут. Более глобально, все-таки, я думаю, это усреднение позиций, набранных выше, и постепенно мы будем выходить выше. Ситуацию по биткоину вот со всех ракурсов я рассматриваю в таком ключе. А сейчас минута интеграции, это Понци проект. В обязательном порядке напоминаю вам то, что вы должны оценивать риски. И, соответственно, после интеграции мы разберем эфириум и Ripple. Друзья, спонсор данного выпуска – это Понци проект 300eth.com. Инвестируя в подобные проекты, вы должны прекрасно понимать, что в них можно как хорошо заработать, так и все потерять. Данный проект основан на смарт-контракте Ethereum с полным отказом от владения, а это значит, что создатель не имеет доступа к работе контракта. Проект предлагает от 5% в день. Далее награда растет в зависимости от того, сколько эфира вложено в проект. На данный момент это уже 6% в день. Бюджет делится следующим образом. 95% выплачивается вкладчикам, которые уже инвестировали в проект, и 5% тратится на рекламный бюджет для того, чтобы постоянно рассказывать новым людям об этом проекте. Также есть личное повышение процентов в зависимости от суммы инвестиции от 5 до 20% в день. В проекте также подключена функция вывода 100% депозита спустя 14 дней после вклада. Принцип проекта заключается в том, что сегодняшние инвесторы получают прибыль за счет завтрашних, поэтому в обязательном порядке вы должны понимать то, что в данных проектах зарабатывают только те, кто инвестировали в них ранее других. И в обязательном порядке вы должны оценить риски данного проекта. Ссылку на проект вы найдете в описании, а мы с вами продолжаем.
Давайте начнем с Ripple, потому что в прошлом выпуске я давал, соответственно, сделку и говорил, соответственно, что на уровне 27 центов я донабирал позицию, потому что там был явный покупатель. Соответственно, с этой консолидации я рассматривал откат. На уровне 27,9 я зафиксировался и, соответственно, вам сказал, что сразу же решил перезайти ровно по 27 центов, потому что, ну, там уже активизировался покупатель. Соответственно, мы чуть-чуть постояли во флете и наблюдаем сейчас довольно приятный рост. То есть, помимо того, что здесь получили скидку в цен, здесь уже еще плюс 1,5 цента. Давайте рассмотрим данную ситуацию более подробно. Здесь в своей группе я говорил то, что у нас здесь вероятная коррекция, но здесь есть покупатель, и если что-то фиксировать я буду, то я буду фиксировать непосредственно от поддержек, то есть поддержки вот от этих вот. Это уровень 28, там и 4, 28 и 6 центов. То есть, соответственно, пробивая вот эти вот поддержки, мы с вами там получится поймаем еще там минус 1, там 1,5 цента. То есть, ну, я как говорил в прошлом, позапрошлом выпуске, сейчас вот формируется возможность для локальных трейдов. На данный момент у нас, соответственно, пошел откат чисто до поддержки, и от поддержки появился покупатель. Здесь стоит обращать внимание на то, что в данный момент действительно на Ripple, в принципе, как и на много и топ-альте, довольно неплохие поддержки, довольно неплохие защиты и довольно неплохой покупатель. Поэтому здесь мы с вами еще можем наблюдать дать выход вверх. Потенциал данного движения это 32 цента. И поэтому здесь надо смотреть исключительно в моменте. Лично мое тут принятое решение, то есть ту позу, которую я набирал по 27, вот там вот ниже, я буду фиксировать исключительно вот при пробитии закрепления этих поддержек. То есть это 28,4, там 28,6 плюс-минус. Тут я хотел бы обратить внимание на то, что именно на уверенном пробитии, то есть то, что мы можем касаться тенью свечи, это вполне. Сразу во время выпуска опять, видите, вернулся в канал актив. Соответственно, здесь уже можно продолжать какое-то продолжение боковика и рассмотреть все-таки выход выше. Потому что на локальном таймфрейме данный сетап это явно был как снос позиций, снос стопов. Именно насчет трейда, еще раз повторяю, фикс здесь, а дальше смотреть до уровня 31, где-то на 31 должен появиться довольно неплохой продавец. Там, соответственно, будем смотреть баланс силы и принимать решение, стоит ли фиксироваться или нет. Ну, в принципе, как и на всех этих уровнях. До тех пор я считаю, что не стоит сейчас вслепую фиксировать актив, потому что вы прекрасно знаете, я неоднократно вам говорил то, что Ripple у нас знаменит вот такими вот прыжками. И ничто не мешает ему там повторить прыжок 40-50 центов просто моментом. Потому что по большому счету мы с вами преодолевая уровень 35-36, нет, 36, 36 центов, вот 36 центов мы с вами пробиваем. Это считайте сразу выход со всего этого канала. И здесь будет просто колоссальный покупатель, который сразу же ткнет там на уровень 43-44 центов. Что касается ситуации по эфиру здесь все гораздо скучнее. Актив в моменте формирует чистейший боковик, но я хочу обратить внимание, что здесь у эфира хорошие поддержки, везде хорошие поддержки. Если смотреть защитные ордера, тоже везде защита, но вы все-таки должны понимать, если актив сейчас, тем более, вероятнее всего, с консолидацией, мы тоже будем получать снос стопов это где-то уровень 70, да, 4, 74, то есть вот упасть еще можем на 10 долларов. Но какое-то глобальное тут падение, как мне пишут некоторые в комментарии, что эфир там надо шортить до 140 долларов, это определенно нет, по крайней мере в данном сетапе. Более среднесрочную ситуацию здесь рассматриваю плюс-минус как по биткоину. Соответственно, вряд ли пробьем уровень 202 при стоящем на месте биткоине. То есть у нас будет какой-то отскок, и там уже, наверное, более крутая коррекция. Это навряд ли. Где-то 165, вот так, 164, это вот максимум коррекции среднесрочной, которую я тут рассматриваю. Своими соображениями по крипторынку с вами поделился. В обязательном порядке оставляйте свои комментарии. Во-первых, они полезны мне и аудитории, также они продвигают наш канал. Соответственно, если вам видео понравилось, лайк, если не понравилось, дизлайк. Ну и подписывайтесь, если до сих пор не подписаны на канал. Всего самого наилучшего, до следующего выпуска, работаем.